До свидания. Он у нас. Пацаны, вот бомба. Надо взорвать ее. Кто будет взрывать? Давайте я. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Мистер Пропер, King on Fire, Стаканчик, Данил Топ, как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Если Петю кушать перед аппетита, а мы будем начинать. Ребята, я поставил себе 10 хп и начинаю мочить пацанов. Я буду использовать все возможности аниматроника в невидимость, телепортацию и всякое такое. Опа, ну. Ой, я уже застрял. Так. 10% жизни. Малейшая тычка, и я просто умираю. Так, слышу, слышу. Шары лучше не стрелять в здание, будете друг друга мочить. Лучше пытайтесь меня дробашом или пулькой в голову. О, я уже слышу. Кстати, давайте попробуем обойти со стороны. Ой, тут темно. В некоторых моментах буду ставить от первого лица и включать ночной режим. Эй, вы чё-то меня убили? Увидели? Увидели, да? Увидели меня? Так, 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 я вижу. Есть, первый есть. Давайте пока буду видимый. А, блин, зачем я стал видимый, если сразу умер? Хотел бы поддаться немножко, видимо, это не получается. Не получается. Хорошо, давайте. Так, давайте возьмем себе все-таки 10 хп. Так будет по-честному. Эй, я тебя сейчас убью. Зря ты хотел башмаками меня замочить. Так, слышу, слышу. А я могу стекла бить? Давайте подойдем поближе. Нет, не можешь. О, я вижу, кто-то на шкафах сидит. Надо сейчас зайти и тебя замочить. Прощай, так, братан. на картофанах идет назад с монтировкой. Смотрит, спрыгнул. Ах ты, собака жопатая, убила меня по срачам. Это нечестно, я должен только мочить по срачникам всех. Так, 10 хп себе сделаем. Так, что-то я плохо играю, надо лучше. Это калашматки, что такое? О, я попал, я даже не заметил. Да ты случайно попал по мне? Я наугад выстрелил. Да какой угад, твой угад какой-то прям в голову, мне пуля залетела. Есть! Ого, ого, сейчас убьете, осторожно. Ого, пули свистят. Так, я на улицу выбегаю. Выбегаем на улицу, ждем пацанов с улицы. Так, никого. Прощай. Карта такая очень антуражная. Слышь, собака. Так. Продвигай. Блин, я ж дернулся. Хорош. Что, видно, да, было? Да. Ах ты же падка. Так, давайте хотя бы сделаем не 10 хп, давайте сделаем 50, потому что 10 это совсем прям, ну знаете, прям чили-пунькс. А 50 хотя бы, знаете, пару выстрелов продержусь. Ах ты такой. Ну ладно. Ну а что ж ты хотел, наш пацан, я же говорю, надо очень внимательным быть. О, подвал, подвал, отлично, давайте, ребята, в подвалик подождем. Ну что, давай, кто зайдет в подвал, не сыт. Эй, застрял в калитке. Куда где он? Есть, а есть тут подвал. Ой, ступеньки. Кстати, я буду видеть, кто спускается ко мне. Стоп, так, ладно, идемте, они не найдут. Слышу выстрелы, слышу выстрелы. Ой, 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 ой. А, попал, попал, попал. Ха-ха-ха, быстрее тикай. Я не понимаю, это я должен выживать или вы? Ну вас нафиг, я двери закрываю. Наоборот, наверное. Не уйдешь от нас. Уйду, уйду. Не-не. Прощай. Есть, 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 есть. Ой, тут темно, давайте. Где-то тут. Да, уйдет тут рукой. По нику ориентируйся, он же виден. Да.
Ну я не видел. Он где-то тут, он где-то тут. Блин, слышат, слышат. Вы собаку замочили. Отлично. Так, я вас в спортзале жду. Знаете, где спортзал? Да. Я вас там жду. Отлично. Что я делаю? Ого, не психи. Так классно быть невидимым. Ого, не расстреливает супету. Осторожно, щепа... Ай, попали! О, попали. Да как? Я же невидимый. Я когда навожусь на тебя, твой ник виден. Ну я забываю на раз, но это по-честному. Хотя бы так можно, да, меня подсветить? Ну да. А также фонарик. Слышь, собака! Ай, упал! Пробиваемся. Где он? Сейчас сделаем от третьего лица, от первого лица. И включим ночной режим. Ночной режим активирован успешно. А, это... Я должен вас убить. Стоп. Я должен вас убить. А! Да блин, а я что, был видимый? Нет, ты невидимый был. Я по нику определился. А, по нику определился. Хорошо. Я к нему со всей душой. А оно... Так, 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 так. Скоро будет пацаны босс. О, я сейчас возьму, короче, аниматроников, которые скример кидают. Вот это будет сейчас цирк. Мне это нравится. Сейчас только возьмем от третьего лица. Так, а какую кнопку вылазить? Ой, я пока посижу просто. Они мимо проходят, не видят меня. Стоп. F, R, пробел, R. О, ой. Я под землей могу. Привет. Ха-ха, класс. Ну ладно. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся людям поднять настроение. Да не проходите через облако, она же вас убьет. Где она? Уже нет. Привет, хлопцы. Качай. Я вам скримеры накидал? Мне, да. Чё, скримеры не кидаются, что ли? Нет, кидаются, не, они... на меня уже напало. Да слышь, собака, отвали! Ну нафиг, я пошел. Вы уж убили своего, что ж вы делаете? Ой. Я просто стою и смотрю, как они друг друга убивают. Да как? Ну и что? Вот это жесть, 10 тысяч жизней выносят. О. Да-да-да, попади, попади. Я остановился. Патроны. Где он? Давай, стреляйте по нему. Мимо шар пролетел, красиво. Больно. Красиво уклонился от шара. Спасибо. Гранаты, блин. Вали, 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 Димка. Дверь закрыта, говно. Я бываю скринаю скримера, а вы все равно меня мочите. Че, скример не проходит? Скример проходит. Это медлее бегаем. Он пропадает сразу. Ага. У них сразу там задержка. Так, надо взять какого-то другого мне аниматроника. Это конченый. Бабка Гренни. Опа. Бабку Гренни не ждали? Мы уже кого-то. Я покатался. Дима. Давайте. 5000 жизней у бабки Гренни вынести, ты не? Где? А ты где? На втором этаже. На втором? В первом. Ай, тут я хотел сказать, тут что, второй этаж есть? Он есть, но туда а, попасть тут сложно. И третий есть. Тут и сцена есть. Давай, терминаторка бабка. Сюда.
Я двери хожу, закрываю. За собой, убираем улики. Блин, двери закрыты, а тут... А тут света нет. Выключает везде свет. Экономит, что ли? Да. Может, где-то включается свет в офисах, не? Пацаны, что вы там, нашли меня? Нет. Собачка, прощай. Собака. Я что, тебя убить не могу убить? На, вот так вот. Так, надо какие-то офис найти и зашкериться там. Где песик? Воу, тут так стремновато, вот ночью именно в школе как-то страшно. Ты где? Я в полной темноте сижу. Значит, в комнате какой-то. Да. Темный. Ночной режим активируем, чтобы было светло. Это я бабка Гренни, злая бабка Гренни, давайте, заходите. Нет. Я как раз подхожу сюда. Тут должен быть Балди, я сегодня заменяю. Сегодня у вас злая учительница бабка. Я вообще в столовую. Подвигаемся потихоньку, идем, никаких звуков не издаем. Слышь, ты чё? О, это мой офис. Это мой офис, не заходите сюда. Это офис директора. А, граната твоя сюда не попала. Ого, а чё я умер? Шарик запустил. Ты же конченый, я должен был еще вас поубивать много раз. А вот теперь идет босс. Ой. Босс идет, да, сейчас. Это будет танк, которому просто насрать на все. 800 тысяч жизней. Сколько? 830 тысяч. Энерт. Я иду, танк идет. Мы же не убьем тебя. Убьешь. Это любой энерт. Я просто уго. Что-то меня толкает в спину. А, это вы меня хотите убить, а меня ничего не берет. Я просто иду и мочу вас. Знаете, как тут терминатор сквозь пули. Ничего не берет меня. Нифига. Да, псих, это же ж босс. Пацаны, берите мини-гал. Ого, вы еще будете друг друга мочить. Вот это жесть, а я иду просто по школе, ничего, никого не боясь. И базуки, и эти что, вообще жизни не тратится. Не тратятся. Это было рядом. Не, ну несколько, блин, тебя оружие есть очень мощно, но вы его не знаете. Бомба? О, вы говорите, второй этаж тут есть? Так. Я сейчас, короче, буду взрывать эту школу. Я сейчас буду ставить бомбу, а вы должны мне этого не дать сделать. Так, где же найти место для бомбы? О, нашел! Нашел место. Так, меня никто не видит. Отлично. Хорошее место. Буду минировать школу потихоньку. Взрывать пацанов. Так, что у нас есть? Entity, HB Bombs. Например, у нас есть лавовая бомба. Да? Да. Но лавовая бомба не надо нам. Нам надо что-то помощнее. И мы, наверное, взорвем. Ой, привет, я пошел. Нашли, где я бомбу буду ложить? Нет. Я хочу, чтобы вы дали это сделать. Передавай привет. Ну а что ж ты хотел? Ай. Ой, вы... Да, идите. Так, у нас есть... Крустер Нюке. О, пацаны, го по башке дала. До свидания. Он у нас. Пацаны, вот бомба. Надо взорвать ее. Кто будет взрывать? Давайте я. Ого. О, что-то лагает у меня. И я, друзья, что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!